Блогер Настя Ивлева стала фигуранткой дела о незаконной рекламе алкоголя. Об этом сообщили на сайте Федеральной антимонопольной службы по Ленинградскому району. Поводом для проверки стало видео на YouTube от октября 2019 года. В видеоролике продемонстрирован процесс приготовления алкогольного коктейля. Вермут, который рекламировался, был повернут этикеткой к зрителям, а ракурс позволил однозначно идентифицировать продукт, указали ведомстве. При этом специалисты обратили внимание на то, что в кадре также появляется брендированный бокал, а название марки тоника, которое используется в напитке, скрыто. В данном видеоролике рекламный объект отчетливо виден из ряда других. К нему обращено внимание зрителей, что побуждает определенный круг лиц, среди которых распространилась реклама, обратиться за приобретением товара. ФАС напомнили, что действующее законодательство запрещает рекламу спиртных напитков в сети. Спасибо, что досмотрел видео до конца. И если оно показалось тебе интересным, то не забудь подписаться на канал и поставить лайк. А еще обязательно переходи вот по этой ссылке. Там еще много чего интересного для тебя. Друг, не забудь подписаться на канал. Я старался для вас.